Магаданском микрорайоне Солнечный заменят почти 3 километра трубопровода холодного водоснабжения. Работы запланированы в рамках национального проекта «Чистая вода». На его реализацию из федерального бюджета городу выделены более 70 миллионов рублей. Глава города Юрий Гришан встретился с представителем подрядной организации, компанией «Тепломонтаж» и руководителями городских ведомств, ответственными за реализацию проекта по замене трубопровода. Вместе они обсудили ход работ на объекте. На самом деле этот вопрос очень важный. Вот если вы посмотрите, сфотографируете, в каком состоянии находятся трубы, по которым течет микрорайон Солнечная вода, ни о какой чистой воде, ни о какой здоровой воде говорить не приходится. Поэтому вот этот трубопровод, который будет менять, он еще и в ППУ изоляции, и он обеспечит нам на ближайшие полвека, опять же, качество питьевой воды вот в этот удаленный микрорайон города Магадан. Мэр отметил, что работы на объекте будут окончены в следующем году и в срок. Также Юрий Гришан отметил, что в ближайших планах города поступление средств на замену водопровода по улице Речной – это около полумиллиарда рублей.